Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Отвечай на вопрос. Александр спрашивает меня, как родилась идея сборов кружков. На самом деле все очень просто. Любой человек совершенствуется. Я понимал, что того, что сейчас есть, того, что было тогда в карате, этого недостаточно для того, чтобы готовить мастеров. И думая о совершенстве и специальной базе по подготовке, тебе трудно повторять одно и то же на изнурительных тренировках. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.